Телеграм-канал администрации «Вести» с Дворянской сообщает, что в Самарской области стартовало общественное голосование юбилейной 15-й областной акции «Народное признание». 2022 год стал годом, когда такие качества людей, как отзывчивость, доброта, чуткость, умение принимать быстрые, но ответственные решения вышли на первый план. В условиях беспрецедентных вызовов каждый житель региона сумел сохранить эти качества. Самые достойные стали номинантами акции «Народное признание». В этом году на участие в акции подано рекордное количество заявок – 695. После первого этапа голосования и выбора членов общественного совета акции в каждой номинации осталось по 10 участников. До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте, адрес которого указан на экране, или прийти в пункты голосования для заполнения анкеты. Администрация Советского района сообщает, что прокуратура провела проверку информации в отношении общества с ограниченной ответственностью, находящегося на территории района. Установлено, что организация задерживала заработную плату в период с июня по октябрь 2022 года. По данным фактам прокуратуры района, директор общества внесено представление. Возбуждены административные дела в отношении должностного и юридического лиц. По результатам принятых мер прокурорского реагирования, нарушения требований трудового законодательства устранены в полном объеме. Права граждан восстановлены. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает о проведении регионального фестиваля инклюзивного творчества «Комби-Арт-2022». Желающие участвовать могут подать заявку до 25 ноября на электронную почту, указанную на экране. Целью фестиваля является физическая, эмоциональная и психологическая реабилитация людей с ОВЗ через раскрытие их творческих способностей путем инклюзивного взаимодействия. В программе фестиваля предусмотрены обучающие мастер-классы. По итогам их проведения пройдут соревнования среди участников фестиваля по творческим направлениям и отчетный концерт. Принять участие в фестивале могут коллективы, дети и взрослые от 10 до 50 лет, как с инвалидностью, так и без.